уважаемые воины, интернационалисты, жители и гости нашего города. Кингисеппу сегодня выпала огромная честь принимать торжественную акцию, организованную губернатором и правительством Ленинградской области, посвященную 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Я уверен, что жители области также чтят память о тех ребятах, кто погиб, исполняя интернациональный долг. Слава им! Вечная память! И сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти тем событиям, которые проходили на афганской войне и в других горячих точках нашего государства и за пределами нашего государства. Мероприятие, посвященном 25-летию вывода наших войск из Афганистана. Прежде всего, светлая память тем, кто не вернулся с той войны, но до конца честно, по-мужски выполнил свой воинский и гражданский долг. От Законодательного собрания Ленинградской области, от Федерального собрания Российской Федерации, от ветеранов Афганистана.
вершин. По ступеням обугленным на землю сходим, под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 прощальный цветок и памятник. Кем были мы в краю далеком, пускай не судьи от напора. Приветствую вас здесь, на Кингисеппской земле. 25 лет назад советское правительство приняло решение о выводе ограниченного контингента войск из Афганистана. И 15 февраля последний бронетранспортер пересек мост дружбы, который соединял Узбекистан и Афганистан. Отечество. Мирной тишины.